Это я. Клоун Таня. Ой. Смотрите, какой у меня жилет классный. Я сегодня как клоун нарядилась. Вот такие жилеты, они у клоуна, у этого... Ну, как его? С пропеллером, который. Вот такой же жилет у него был. Ой. Ну, что вы думаете? У меня опять поймали ездя. Я решила поделиться этой радостью с вами. Да. Да. Решила поделиться с этой радостью с вами. Потому что опять такой же, только немножечко поменьше. Немножечко поменьше. Вот смотрите. Вот смотрите. Показываю. Видите? Ну, он там. Красавец. Вот такой вот ясь. На удочку пойманный. Вот, ребятушки, смотрите. Вот такой ясь. Там еще были такие толстенькие хорошие рыбешки. Я их засолила. А нельзя жарить, как всегда. Потому что он такой вкусненький. Ах, жареный. Я вот прям вот обалдею от этих изей. Ну что ж, не знаю, как сейчас снимать. Я хотела в Яндекс снимать. Так, давайте я уже заговорила. Хотела 2 минуты. Ну ладно. Как всегда, 2 минуты у меня не получается, потому что я хочу с вами наговориться, чтобы уже было с вами приятное такое времяпрепровождение, и чтобы я была счастлива от нашей встречи. И вы тоже будете меня на ночь вспоминать. Я-то точно буду вспоминать всех вас. Ну ладно, я пока закончу, потому что я сейчас буду ее чистить. А может, пока чистить не буду. Наверное, завтра. Потому что, когда почистишь рыбу, она теряет свой такой вкус. А, я хотела еще с Маськой вас это контент сделать. Мася, сейчас мы быстренько еще с Маськой вас. Мася, контентик такой небольшой сделаем. Ну, чтобы уж все к одному и все, как говорится, это, все вместе. Ну, что я сегодня ходила? Ходила в СНТ Василек. Поснимала там эти заброшенные участки. Ну, нашла кое-чего. Я, знаете, буду ждать теперь. Может быть, в этом году не возьму. Но я наметила себе, по крайней мере, вот у меня 2 места, короче, 2. Это СНТ Полутина, там у меня с домиком. С 3 сторон забор. Надо только будет поставить забор по главной дороге. Ну и свет там проведен. Это в СНТ Полутина. С водой там, конечно, как бы сложности, наверное. С водой я еще пока не разбиралась. Ну, вроде как в СНТ Полутино. Там у них не как в Ельнике. Там, по-моему, дают воду. В СНТ Полутино. Для полива там, по-моему, дают воду для полива. Ну, а с питьевой водой я еще пока не разбиралась. Может быть, там есть колодец, как во всех приличных СНТ. Но вот в Ельнике там у них
Я удивилась, но там даже нет колодца общего. Вот, понимаете, насколько вот это все, это все неудобно. То есть, ну, не каждый же может сделать скважину, 50 тысяч затратить. Ну, как вот, я не понимаю, конечно, этого. Я немножко вот это не понимаю своим вот этим умом. Ну вот, мы про ельник уже все закончили. Там я точно не хочу и не хочу. Там мне вообще не понравилось. Вот, там мне очень понравилось. Масик, иди давай сюда, Масик. Ребятки хотят на тебя посмотреть. Масик, Масик. Вот, а вот СНТ Полутина по приличной цене кое-чего у меня вырисовывается. Вот, там только единственное, что это самое. Надо будет просто сделать по вот забор. По центральной от дороги. И все. И вот тебе и, в общем-то, в принципе, так. Ну, вот так. В СНТ весна далековато, конечно. Я что-то тоже не это. И вот СНТ Василек я для себя открыла сегодня. Ходила туда, в СНТ Василек. Ну, что я хочу сказать. Там такой, знаете, от СНТ Полутина очень отличается. Если в СНТ Полутина там как деревенька, и там так более уютно. Люди все-таки гуляют по улице. Какой-то вот тоже вот, понимаете, это хорошо. Значит, люди там спокойно себя чувствуют. И как бы там налажено уже все так. Ну, в общем, в СНТ Полутина мне больше понравилась вот эта вот обстановочка. В Ельнике там мне не понравилось, там вообще мне не понравилось. Я вам уже говорила, не буду 10 раз говорить. Все, мы даже Ельник не рассматриваем. А вот СНТ Полутина мне очень понравилось. А в СНТ Весна там очень большие целевые взносы, очень большие. Там вообще, видать, очень богатые люди живут. И вот в СНТ Веселек там тоже чувствуется, что богатые люди живут. Там все, что, как говорится, человек, ну, как бы, получается, он закрыл себя всем, чем можно, завел собаку большую. И это вот почти во всех дворах. А то, что, значит, есть заброшенные участки, им на это наплевать большое. Вот. В основном там, вот знаете, просто чисто богатство на фоне бедности. Вот я вот скажу так. Если в СНТ Полутина там все-таки более-менее средненько так, не очень богатый так это самое, но богатый есть. Но там вот фон такой, как бы, люди более, значит, общительные, можно сказать. А здесь, вот в СНТ Василек, но так как находится, естественно, около деревни, это же, считай, счета города. Поэтому люди там замкнутые. Ни одного человека я не встретила, только собаки. Причем собаки во дворах лают сразу же на весь двор. И бегают там здоровые такие собачинины. Ну, не бегают, а вот именно во дворах они лают. Ни одного человека не видно на дорогах. Может быть, там, я не знаю, но если там видеонаблюдение. Ну, там вроде бы, не знаю, в общем, даже говорить не буду, но факт тот, что там на фоне бедности такие особняки, это вообще трехэтажные там. Там такие домищи. Вот. Во-первых, там наделы больших, много соток наделено. По 8 соток, по 10. Вот. И, в общем, в СНТ там Полутина, там, по-моему, я не знаю, тоже 8 соток, я не буду врать. Но
Тут сразу резкий, так, резкая такая, значит, как говорится, отличие от Полутина в том, что здесь чувствуется вообще элита, одна элита Москвы в этом Васильке. Вот. Поэтому, скорее всего, там очень большие взносы, я так думаю. Потому что, ну, мне там, конечно, удобнее добираться, если что. Это значит, я добираюсь на автобусе до дороги, и по дороге иду, ну, где-то метров 200-300 вот так, до этого СНД. Очень удобно ходить вот так. Вот, все, в общем, очень там, конечно, здорово, но там охраняют все свои дворы вот эти собаки, здоровые такие кони. Я, значит, прошлась по одной улице, по второй, по третьей. И вот на всех улицах вот эти собаки лают, и, значит, они, значит, это, ну, громко так неприятно, короче, на тебя там, потому что, я не знаю, они, наверное, людей там вообще не видели, вот меня увидели и лаять начинают. Я нашла там кое-чего для себя такое подходящее. Для себя подходящее, поэтому я, вот у меня два вариантика сейчас. Значит, в Васильке там кое-что нашла. Но мне надо еще все узнавать. Скорее всего, там будет дорогое электричество, а дом не подключен, по-моему, к свету. Вот. Будет очень дорогое электричество. Я думаю, что потому что будут здесь. Кто завел себе столбы электрические, они будут диктовать уже цену. Чтобы подключиться к этому свету, надо будет заплатить вот этому хозяину столба. Ну и, естественно, потом придет это, который подключать сам электрик, тоже ему надо будет заплатить за свет. Ну, за подключение. Но сам собственник столба, он будет с тебя, как говорится, непомерную плату, как говорится, за вот это, что ты будешь подключаться к свету, он с тебя, ну, 1070 точно. Если в Ельнике 50, здесь больше намного. Как бы и не 100 бы вообще. Но про свет, короче, там, да, сложно. Я, правда, еще не знаю, может, и 50. Ну, короче говоря, в общем, там чувствуется, в общем, так, что люди бросали участки. Я очень много нашла заброшенных, там вообще ужасно много. Вот. И сейчас, конечно, некоторые стараются продать вот эти свои участки своими этими гнилыми избушками. Есть и не гнилые избушки, есть это самое, такие вагончики просто стоят, есть со светом. Но они, наверное, подороже будут, чем без света. Ну, короче, разные. Но вот я нашла уже, значит, поговорила с, как бы с хозяйкой этого домика. Я нашла с домиком. Но домик это даже не сказать, что домик, потому что там стены, там, в общем, крыша нормальная. Вот. Но стены там, как говорится, это вообще непонятно что, но это каркас просто обшитый асбестовыми плитами. Ну, то есть это вообще, вот, вы сами поняли, это просто сарай. Но он под крышей, и он это самое, можно, в принципе, его утеплить. Ну, то, что уже он стоит там на бетонных блоках, это тоже хорошо. В общем, он никакой не кривой, не косой. Ну, в общем, для меня приемлемый, короче, домик. Ну, домик приемлемый. Я бы там, конечно, как бы конфеточку можно сделать. И там мне что понравилось, там с трех сторон забор. И тоже сделать вот это лицо. И там уже есть стойки. Стойки стоят для забора. Вот это мне тоже понравилось. Она мне еще сказала, что там где-то колодец, но я искала этот колодец. Какой она имела вообще в виду колодец, я не знаю. Может, она имела в виду, я какой-то нашла канализационный. Не знаю, про какой она колодец говорила, но неужели там вот этот колодец питьевой, если он питьевой, он должен был виден быть. Ну, то есть колодца я там не нашла. Ну, в общем, вот в принципе,
для меня приемлем этот вот домик, ну как бы участок. Только надо все узнать насчет света и насчет взносов. Вот. И как бы вот тоже можно рассматривать. Но опять же, я не тороплюсь, фиг с ним. Я этот год вообще пролетаю с этим участком. Мне надо еще будет узнать кое-что и здесь около сарая местечко, может быть, прихватизировать соточки три, попробовать. Ну, то есть, несколько вариантов у меня таких есть. Я не тороплюсь, а как бы вот пока все смотрю, ну, очень много брошенных участков, очень много. Вот. Гнилушки я не рассматриваю, просто я сегодня вот ездила в этот Василек. Опять же, там продает по 90 тысяч, он 95, мы с ним договорились. Ну, участок, но там очень все гнилое, поэтому я... И тем более он сказал, что там колодец, опять колодца я не нашла. Вот чего-то, знаете, пишут в объявлении, что колодец. Я только и поехала из-за этого, что там вроде колодец. Искала по всему участку, опять же, нету. Не нашла колодца. Что они имеют в виду? Я поднимала все шиферины, какие там были. Никакого колодца, ничего я не нашла. Но если бы там был колодец, вот где гнилушка, я бы взяла бы прям не, даже не задумываясь за 95. И это, с этим гнилым сарайчиком. Кстати, сарай можно, как говорится, ну, такой он, приличный. С двумя окнами. Я, кстати, вот поснимала там. Ну, хотела я вам видео снять, но что-то я вон палец обрезала, когда раму. Там стекло это самое. Хотела поправить, я обрезала палец. Ну, я вроде как рассматривала этот участок по 8, по 85. Ой, по 95. Ему цены такой, конечно, нету. Но чисто земля, если по 20 тысяч. Ну, короче говоря, есть, конечно, да, земля, если вот земля, она столько и стоит. Может быть, я подумаю, может, я и гнилушки эти возьму за 90. Я еще не знаю. Пока думаю. Но мне вот больше понравился вот этот с домиком. И по переду уже стоят стойки для забора. Но со светом непонятки. Вот. Ну все, чтобы мне не быть, как говорится, сильно болтать много. Уже надо отучаться. Надо сейчас все конкретно говорить конкретно. Вот, это я себе делаю такое замечание. Хотя у меня бывает иногда настроение прекраснейшее, которым просто я хочу поделиться. Это бывает такое. И, кстати говоря, я сегодня очень хорошо прогулялась. Пришла, попила, ну, тут все чаю, тут еще что-то. Ну, короче говоря, поспала даже днем. Ну, потому что, знаете, он уходит рано на рыбалку. И получается, он у нас всех будет. Он и Маську будет. Она обычно тоже, как говорится, просыпалась-то раньше, попозже. Вот мы вот какой раз уже не высыпаемся из-за того, что он рано нас будет. Ну, ладно. Сейчас я вам Маську только покажу и все, ладно? Ну, как без Маськи-то? Сейчас я вам покажу ее. Хотя она тут бегала, но меня уже покинула. Блинтус, минтус. Мася, Мася, ты почему со мной не хочешь? Мася, где Мася? Да. Ладно, что-то она куда-то спряталась. Не хочет она. Ну все, тогда заканчиваем. Рыбу будем чистить завтра. Я вас всех обожаю. Сейчас попробую еще в Яндексе снять.
Прямо вот знаете как? Я сейчас все пробую. Научилась пока снимать маленькие видео в Яндекс.Дзен. Прямо вот там. Без всякой загрузки. То есть они у меня как бы там уже, ну, делается репортаж. Там прямо в Яндекс.Дзене. Не то, что я в камеру использую, из камеры потом загружаю. А вот именно там, прям в Яндексе я снимаю. Там нажимаю, значит, на репортаж. Репортаж называется просто там репортаж. Сделать репортаж. И вот я нажимаю, и вот я еще пока хочу попробовать на долгие, можно или нет. Вот. Очень вас прошу еще раз. Очень. Вот мне не хватает сейчас одного еще подписчика. Вот я очень прошу вас, кто-нибудь, ну зайдите, подпишитесь, пожалуйста. Если я сейчас 10-го подписчика найду в Яндекс.Дзене, то есть на меня подпишется, у меня будет 10 подписчиков, 10. То у меня уже, знаете, как будет? Вот они мне пишут. Как только будет 10 подписчиков, сразу вы будете, во-первых, видеть своих подписчиков, кто на вас подписан. То есть я буду уже как бы иметь информацию о них. Сейчас вот в Ютубе я не знаю, кто на меня подписан. Вот, значит, то есть там вот чисто так, такое это самое. И начнется продвижение у меня. Они меня будут продвигать уже, вот знаете как. Ну, я, во-первых, сама себя продвигаю там уже как бы. Там теги, это теги надо прописывать, теги, чтобы вот твое видео уходило в несколькие места. Где-то тема рыбалка, тема там тема, значит, какая-то еда там или еще что-то. Вот теги прописываешь. То есть я себя распространяю сама. Но когда у меня будет ровно 10 подписчиков, они будут уже меня продвигать. По, не то что по тегам, они будут просто меня продвигать. Ну, короче, они будут уже как бы сами меня будут продвигать. Например, да, вот точно именно так. Теги – это я сама себя продвигаю, когда прописываю вот эти теги. А если они мне написали, что 10 подписчиков будет, вы будете видеть, во-первых, подписчиков своих, и мы, в общем, будем продвижение. Будем сами вас продвигать, типа, чтобы вы набрали 100. А когда я наберу 100 подписчиков, у меня начнется монетизация тут же. Тут же. Мне пришлют такой бланк договора, и у меня начнется, значит, вот монетизация. Конечно, это копейки. Для 100 подписчиков там, значит... Сейчас я вам скажу, сколько. Ну, может быть, я не буду пока как бы это сильно так говорить, сколько. Но вот за 500 подписчиков Новикова Люба получила в Дзене 1800 за месяц. За 500 подписчиков. Значит, у меня будет очень мало, если 100 подписчиков. Но у меня же пойдет продвижение. И даже 1800 в месяц – это тоже деньги. Это, знаете, это, ну, как бы деньги, это, ну, пусть они маленькие, но они будут там у меня, например, на карте копиться и копиться. Это будет просто как этот самый кошелек, который у меня для накопления. Вот и все. Это очень приятный такой вот этот самый момент, что вот именно здесь все прозрачно в этом Дзене. Мне пока все нравится. Я Рутуб не рассматриваю, потому что Рутуб я уже попробовала. Там, вы знаете, такое замешивается все на деньгах. То есть они как бы хотят там с тебя иметь там. То есть там все бесплатно не делается.
Рутуби я попробовала, и там очень сложно что-то вот так, знаете, я зарегистрировалась там, что-то как-то начала тут чего-то. Может быть, конечно, еще раз стоит попробовать. Вот. Но там что-то с загрузкой мне не понравилось. Вот именно с загрузкой. Как-то мне что-то не очень понравилось там. Я пробовала там вот это видео, короче, загрузить. Может быть, там надо прям в этом Рутубе снимать. Я еще не знаю. Но там, конечно, уже монетизация побольше платится. Но мне пока нравится, что вот в Дзене там все это как прозрачно. Понимаете? То есть тебе вот именно все рассказывают, тебя продвигают. Тебе говорят, вот набери 10 подписчиков, у тебя будет то, то, то. Вот. Значит, если у меня 10 подписчиков получается, мне сейчас одного не хватает. Пожалуйста, кто-нибудь хоть подпишитесь, пожалуйста, вот Дзене на меня, на Татьяну Табуеву. У меня сейчас на Ютубе 31. Вот кто-нибудь еще, вот у меня Галочка из Мельник подписались, значит, внучка подписалась там, еще там подписались это самое. Вот, обещала мне Оля Комиссарова, не знаю, подписалась она, нет. Но она хоть бы, знаете, я вот, конечно, мне все равно. Я просить 10 раз не буду и не хочу просто просить несколько раз. Зачем это мне надо? Унижаться там или еще чего? Я просто говорила Оле, говорю, подпишись в Яндекс.Дзене. Может, ей и некогда, но знаете что, это... Я все-таки ей уделяла какое-то время. Был момент, что она со мной переписывалась. Но так как вот после тех видео пьяных, она вообще со мной сейчас не общается после пьяных видео, после пьяных роликов. Она вообще со мной не общается. Вот. И подписалась она или нет на Яндекс.Дзене на меня, я не знаю. Может, ей родители запретили со мной общаться. Кто его знает? И, кстати говоря, я вот звонила Валере. Валер, привет. Елена, привет. Я звонила Валере, он вот какой раз, вот уже на раза два и по мобильнику, и по WhatsApp не поднимают трубки. Ну, ничего страшного. Может быть, они не могут это самое там, у них это самое что-то там. Нет возможности, да, со мной там что-то пообщаться. Ну, с нами пообщаться, я имею в виду. Вот, да, мы, Лёша хотел ехать, это самое, вот, туда. Ну, был момент. Ну, появилась возможность, мы хотели туда поехать. Но мы сейчас не рассматриваем это, мы сейчас уже все, мы на море едем. Уже за билетами я вот завтра собираюсь. Вот уже мне сказали, куда надо идти. Вот завтра хотела, сегодня просто опять забыла. С этими участками. Вот, но больше пока я не буду участки искать. Все. Масенька, иди сюда. Иди, давай, покажись. Вот она, моя маленькая девочка. Вот она, маленькая моя девочка, моя британочка. Вот она, моя британочка. Ну, это. Оль, не в обиду, конечно, я тут сказала тебе, не обижайся, ладно? Вот я что-нибудь такое, может, тебе обидно сказала? Ну, только не обижайся. Ну, правда это самое. Мне что, оправдываться перед тобой, что ли? Я не собираюсь. Вот. Значит, вот моя маска. Все. Это кто-нибудь, если подпишется, прям вот буду благодарна и пошлю прям энергию. Потому что я... Как только мне будет 10 подписчиков, буду знать, кто подписан на меня. Они мне сказали, у вас будет уже информация по вашим, вот кто подписан. В Ютубе такой информации я не имею. Не знаю, кто подписан. А там будет именно, вот именно я смогу, как бы, ну, с подписчиками, со своими, даже как бы там, наверное, ну, пообщаться, что ли, я не знаю, как там, что. Ну, в общем, мне пока вот это, что в Дзене, вот все вот это вот, мне нравится. Информация, как информируют они. Вот.
И вообще, вот то, что там даже, вот знаете, без всякой загрузки надо, можно снимать эти ролики, мне это тоже очень понравилось. Вот. Я вот думаю, тебя вымыть, что ли, мазь. А, мазь, ты же ведь что-то у меня попахиваешь. Надо тебя помыть шампунькой, да? Вот такое у нас чудо. Все его очень любим. Внучка приходила, она вообще прям вот вообще от нее без ума. От маски от этой. Ну, конечно, мне надо сейчас, вот знаете, что, лоток определить с лотком. Потому что на балконе она как бы уже не стала проситься на балкон. Это самое... Ну, я как бы... И песок-то там перестал, даже были дожди, песок-то перестал менять. Вот, значит, положу газету, но смотрю уже как бы, смотрю, вот. Она, в общем-то, уже на балкон и как бы и не идет. Значит, она где-то уже тут у нас, наверное, в ванну придется ставить лоток. Ну, в общем, сейчас надо определиться будет с лотком. Вот, лоток я нашла. Он у меня был на антресолях. Вот. Сейчас я вот подумаю, что мне, может быть, заполнитель какой купить, кошачий. Вот. Такой там бывает заполнитель. Он как бы совочком убираешь, когда посикает или покакает. Убираешь совочком, пакетик выбрасываешь. Ну, не знаю, что там. Есть всякий там какой. Но она пока вот как бы к песочку вообще-то привыкшая-то. Ну, не знаю, в общем. Ну, что-нибудь придумаем. Чтобы она вот уже сейчас все-таки ходила в лоток надо. Вот. А спать хочешь? Ест, аппетит у нее хороший. Она у меня рисовую кашу сегодня ела. Пол яичка съела. Творожку не, что-то не стало сегодня она. От творога отказалась. Вот. Ну, молочко пьет. И я поставила ей водичку. Отдельно. Посмотрим, что там будет. Вот. Ну все. Наговорила, значит, на 30 минут. Все, всех вас прошу. Еще раз. Подпишитесь кто-нибудь хотя бы. Мне вот одного надо еще. Подписчика. Я не прошу там прям ну один кто-нибудь. Ну подпишитесь, пожалуйста. Мне нужен один. Чтобы они меня продвигали. Вот. И потихоньку, наверное, ну, я, конечно, не буду с Ютуба уходить. Ну, как бы, да. Пока я в Ютубе, потому что там Ютуб пока он есть. Там у меня свои есть подписки в Ютубе. Короче говоря, посмотрим. Но мне просто нужен, очень нужен сейчас один подписчик еще. У меня 9. Мне нужен еще один. Ну, вот такая у меня ситуация, что мне нужен сейчас один подписчик. Но подпишитесь, пожалуйста, зайдите. Там этот Яндекс, если у вас есть Яндекс, уже в этом Яндексе, уже Дзен, по-моему, установлено уже. Если есть Яндекс, установлено Дзен. Этот Дзен... Он, по-моему, уже там установлен. Вот лично я, когда заходила в Яндекс, у меня Дзен уже был. Я просто зарегистрировала свой канал. У меня сейчас есть канал, ссылка на этот канал. Вот, я могу ссылки отослать там какие-то свои там. Ну, мне как бы вот советуют отсылать ссылки куда-то. Но я пока не буду ничего пока отсылать. Вот. Ну, потому что пока, знаете, в Дзене я еще не определилась ни с темой, ничего. Еще пока вот только-только. Если вот в Ютубе я могу, например, снимать какие-то даже приготовления пищи, рецепты какие-то там это. Вот, ну, как вот Натулька, вот Володина, она там в Мелитополе живет, у них, наверное, есть. У нее, естественно, у нее набрато много подписчиков. По-моему, у нее 12, по-моему, тысяч, что ли, даже. И она получает там, конечно, в Ютубе, наверное. У ней же ведь это. Ну, а мне, знаете, я просто говорю, что если
если у нее там, как бы она снимает, ну, тоже по полчаса вот такие вот, ну, побольше, может быть, она снимает, вот. Она может показать даже, как готовит, как чего. Ну, то есть, вот вы понимаете, полноценное вот видео она снимает, вот. И, естественно, у нее своя тема, она живет в селе, она уже монтирует, там монтирует у нее, то есть... Ну, как я еще только, как говорится, вот все еще учусь. У меня еще видео не полноценные, потому что я монтировать пока обрезать опять же не научилась. Но я могу только если буквы вот пока написать какие-то. Там вот я научилась это вот. Вот. Обрезать я пока не умею, монтировать не умею. В общем, но. Причем монтировать-то надо, я же вам говорила, ноутбук для этого надо. Вот, ноутбук пока нету. В общем, вот так. Как бы серьезно-то и штатив бы нужен. Ну, как вот у всех, у людей, вот, у блогеров. У них есть компьютер, они, ну, ноутбук, они на нем монтируют свои ролики. Все. Монтируют, все. Ну, вот Люба, она, Новикова, она уже и в Яндекс.Дзене. Ну, очень, конечно, активно она все там. Вот. Она рассказала, как она перевела туда видео свои, и как уже у нее там 500 подписчиков. У нее так-то у нее 12 тысяч подписчиков. Ну, вот у нее сейчас 500 подписчиков. И за 500 подписчиков в Яндекс.Дзене она получила за месяц 1800. Она говорит, вот у меня, говорит, на счете, ну... Там, в Дзене, 1800 там вот у нее пришли деньги. И она говорит, вот я пока снимать не буду, вот, у меня будет копиться. Ну, я даже, знаете, даже если мне 100 рублей заплатят в месяц, буду рада. А почему нет? Вот. Ну, если я наберу 100 подписчиков. Монетизация начнется только после 100 подписчиков. Вот. Ну, как говорится, где 10, там и 100. Ну, ничего страшного, просто мне надо свою сейчас тему найти, вот, и попробовать долгоиграющие видео. Все, я вас опять, как говорится, затянула очень сильно свой ролик. Масик, давай попрощаемся помаши лапкой. Помаши моим подписчикам лапкой. Вот так. До свидания. Мучаю ребенка, она спать хочет. Ну все, я, значит, это закончила. Она даже отвернулась. Ну, вообще сниматься не любит. Вот она. Ой, мурчит. Но слезть хочет. Сейчас я ее посажу в коробку. Все. Давайте. Пока-пока. Пока-пока. Пока. Видите, она вам сказала пока. Все, посылаю вам энергию, чтобы вы спали спокойно. Все. Спокойной всем ночи. Клиника Кащенко посылает вам свою энергию. Спокойного сна. Вы сегодня обязательно увидите спокойный сон и хороший, позитивный сон. Ну все. Все. Прям не хочется с вами прощаться. Маська уже тоже сейчас попьет молочка и пойдет спать.